Бюджет города увеличивается, задач реализуется все больше. В 2015 году доход составил 824 миллиона рублей. Откуда удалось получить столько средств и на что они были потрачены? В своем отчетном докладе рассказал исполняющий обязанности главы городского поселения Видное Александр Усков. Я постарался в своем отчете отразить наиболее интересные, наиболее важные, приоритетные задачи, которые ставили перед нами жители. И, конечно, мы основывались на тех программах губернатора, тех поручениях губернатора Московской области, которые ставил перед всеми поселениями. Мы работали по 6 муниципальным программам. Я с удовольствием доложу, что план по доходам у нас выполнен на 130%. Социальные расходы составили более 82%. По всем 6 муниципальным программам, а в них входят дороги, благоустройство, социальная и молодежная политика, спорт и физкультура, велась активная работа. Весной 2015 года прошло плановое благоустройство дворовых территорий. В 53 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт, заменено 6 лифтов. Улучшаются детские и спортивные площадки. В честь 50-летия города был создан сквер. Капитальная реконструкция произошла на железнодорожной станции Расторгуева. Модернизировались традиционные ярмарки, теперь они проходят без перекрытия движения по советскому проезду. В новых микрорайонах открываются магазины шаговой доступности. Работа ведется, это видно. Хотелось бы все-таки, чтобы коммунальные службы закрепили себя, то есть дорожная служба, то есть дороги стали более-менее современными. Как раз дорогам и безопасности движения в прошлом году уделялось большое внимание. Осенью завершилась масштабная реконструкция Белокаменного шоссе. Появились новые развязки, знаки, карманы для автобусов на остановках. Отлаженно сработал и городской совет депутатов. Учитывая сложную экономическую ситуацию, им удалось принять ряд важных решений о дополнительных льготах для жителей поселения. Предоставлена 50% льгота по уплате земельного налога для малоимущих жителей. В целом, благодаря продуктивной командной работе, 2015 год для Видного сложился удачно. Это отметил и глава Ленинского района Олег Хромов. Я хотел бы поблагодарить и администрацию городского поселения Видное, и совет депутатов городского поселения за конструктивную, слаженную работу в 2015 году, которая была как на уровне самого поселения, так и с администрацией Ленинского муниципального района и советом депутатов Ленинского муниципального района. Обсудили на отчете планы и на текущий год. Предполагается реконструкция пешеходного моста над улицей Донбасская, продолжатся капитальные ремонты многоквартирных домов, комплексное благоустройство дорог территорий, модернизация инженерной инфраструктуры города. Юлия Погосян и Адамия Владимир Бижонов, Видное ТВ.